а все равно случилось страшное. Путина украли все равно. В Первоуральске причем. Когда беда пришла, откуда не ждали. Мужчина, неопознанный, пришел в офис управляющей компании и украл портрет Владимира Путина. Управляющая компания. Он долго так смотрит. Завороженно смотрел, да, такой. Неужели это Путин? Неужели сам Путин? Бог ты мой, прикоснуться бы хотя бы. Хотя бы прикоснуться. Нет, надо брать Путина с собой. Как-то он неуверенно ворует. Ну, взял бы, потому что никто не заметил. Надо с высоко поднятой головой Путина воровать. Мужик, ну что ж ты так это? Ну, не боюсь, что ты воруешь, действительно. Груди прижал и понес. Что ж ты это самое? А где это он своровал? Первоуральске. Ну, я надеюсь, что... Как это здание администрации, что ли? Управляющая компания. А, управляющая компания. Здание управляющей компании. Офис управляющей компании.